Здравствуйте, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же моряк, это сайт фокусыотморяка.ру. В этом видео мы с вами будем подводить очередные наши итоги конкурса. Остался за кормой месяц январь. Для кого-то, может быть, он был плохим, для кого-то хорошим, но для трех счастливчиков он точно был удачным. Итак, кто же эти люди? Как обычно, время тянуть мы не будем и сразу же посмотрим на них. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, кто же стал у нас первыми победителями нового 2018 года. Итак, место номер 3. Матрос, который написал коротенький, но, черт возьми, прикольный комментарий, который меня улыбнул. Это матрос под ником... то ли Женя, то ли Джен Куа в Хэсм. Вот именно этот матрос. И оставил он комментарий к подборке из трех фокусов. Итак, что же получает матрос с таким прикольным ником? Ну, за такой прикольненький комментарий мы подарим колоду Bicycle Seconds. Кто-то скажет, Bicycle Seconds, друзья. Дефекты в этой колоде попадаются крайне редко, поэтому по факту это те же самые Bicycle стандарты. Ну что ж, место номер 2 и комментарий, который тоже был довольно-таки прикольный, написал матрос под жутким ником, черт возьми, улетел, Люцифер Деница. И какому же видео написал он комментарий? А это был коммент к обзору лесной колоды Bicycle Realty. Итак, что же получает данный матрос? А данный матрос из сундука моряка получает... конечно же, замечательные красные картишки, которые называются Bicycle Standard. Классика, дорогие друзья, не умрет никогда. Ну и кто же на первом месте? А на первом месте у нас матрос, который носит ник, Никита Рожков. Никита Рожков и его комментарий к недавнему гостевому выпуску от канала Кавказца. Ну что ж, друзья, посмотрим, что же получает Никита Рожков. А Никита Рожков из сундука моряка получит вот такую вот прикольную колоду, которая называется Bicycle Zombie Fit. С страшными такими зомбаками. Вот, друзья, вот они, наши победители месяца января. Дорогие друзья, я вас от всей души поздравляю. Обязательно пишите мне в личные сообщения на ютубе ваши фамилии, имена, адреса, в общем, все координаты для того, чтобы я смог отправить вам ваши призы. Ну что ж, тем, кто не победил, не отчаивайтесь. Месяц февраль полностью в вашем распоряжении. Вы можете писать комментарии, писать любые комменты. Если он будет реально классным и цепляющим, вы станете потенциальным кандидатом в победители. Ну что ж, на связи с вами был Сергей Куликов, он же моряк. И да хранят вас боги моря и небес. Пока-пока.